обычно в пинболе, но у нас получается один на один игрок играет. Значит, по очкам. Выиграл 1 очко, проиграл 0 очко. Это понятно, да? Размен. Это 2 очка. Судьи будут стараться следить, но в любом случае размен возможен, это все знают. Если игрок затирается, не дай бог, он просто сразу удаляется с турнира.